И снова здравствуйте, вы на канале «Час ремонта». Сегодня у нас на обзоре дисковые пила Ресанта DP190-1800. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Пила дисковая циркулярная Ресанта DP190-1800 – ручной электроинструмент для прямолинейного распила дерева при использовании специальных пильных дисков. Можно качественно и быстро раскраивать плотные листовые материалы, ламинат, лакелитовую или обычную фанеру, цветные металлы, пластик. Дисковая пила относится к технике с приводом от электрического двигателя. Двигатель через редуктор передает крутящий момент на пильный диск. Модель сохраняет эксплуатационные свойства при многолетнем применении. Корпус устойчив к процессу коррозии, механическим повреждениям и внешнему воздействию, так как изготовлен из прочных и высококачественных материалов. Пила дисковая рассчитана на установку 190-мм пильных дисков, посадочный диаметр которых составляет 20 мм. Пильные диски нужно выбирать в зависимости от того, с какими материалами вы работаете. Наиболее часто пила используется в ходе работы с изделиями из древесины. Небольшие размеры и вес упрощают хранение и транспортировку инструмента. Кожух на корпусе защищает оператора от случайного прикосновения к диску. Вентиляционные отверстия предохранят двигатель от перегрева, что продлевает его срок службы. Масса пилы 3,8 кг. Цвет корпуса модели светло-серый. В комплекте, кроме самой пилы, вы получите пильный диск, ключ, параллельный упор и документацию. Упаковка – картон. Пила дисковая оснащена 1,8-киловаттным электродвигателем, обладающим значительным ресурсом. За счет мощного электрического двигателя скорость вращения диска составляет 5500 оборотов в минуту. Благодаря этому устройство характеризуется высокой производительностью. Максимальная глубина пропила под углом 90 градусов составляет 68 мм, а под углом 45 градусов составляет 47 мм. Максимальный угол наклона равен 45 градусам. Есть возможность работы с направляющей шиной. Благодаря этому устройство оптимально как для домашних условий, так и для профессионального использования. Небольшой вес для неутомительной работы. Компактные габариты облегчают транспортировку. Мощный двигатель обеспечивает качественную работу. Вентиляционные отверстия защищают от перегрева. Прорезиненная рукоятка эргономичной формы. Верхний кожух с отводом стружки. Плавающий нижний кожух с возвратной пружиной. Опорная плита с регулировкой угла наклона. Регулятор глубины пропила. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам негатив. Подошва из мягкого металла. Отвратительная защитная шторка. Мощность производителем явно завышена. Винты настроек очень хлипкие. При пилении постоянно отваливается подошва. Но есть и позитивные отзывы. Хороший диск в комплекте. Углы выставлены правильно. Пилит неплохо, рывков нет, на вид собрано качественно, с охлаждением проблем нет. Возможно, вы станете владельцем этой модели дисковой пилы, в комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку, всем пока!